что происходит? Ты пишешь стихи, влюбился, а может, страдаешь? Тебе одиноко? В свои 33 пришел ты в тупик, сам не знаешь? Кому поэмы строчишь по ночам и сердце на рифмы ломаешь? Не проще о чувствах вдвоем, по душам, зачем на показ выставляешь? Наверное, хочешь внимания к себе. Тщеславие быстро талант разменяет. Лишь неискушенный судьбой на столбе баллоном цитаты в ночи оставляет. Скажи мне тогда, поэт-современник, разве так можно свободно писать? Есть же у правды какой-то ценник. За сколько готов от нее пострадать? Серьезно уж больно. Вижу, взрослеешь. Словом не каждый способен владеть. А обо мне сложить стих сумеешь? Чтоб от прочтения не покраснеть. Но отвечай, не хочу больше мучить. Не верю, что летом ты стал сочинять. Как научиться себя тоже слышать, а главное, заново открывать?